Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Фёдор Крашенинников прямо сейчас со мной на связи, российский публицист, оппозиционный деятель. Здравствуйте, Фёдор. Здравствуйте, Александр. Фёдор, начать я не могу не с танков, потому что этот день ознаменован, собственно, решениями о поставке танков из западных стран, причем и Германия, судя по всему, дает добро и отправляет свои танки, новейшие модели. И, конечно, главная интрига закручивается вокруг Абрамсов, объявит, не объявит, и 30 это будет, 50 танков. Вообще, вот эта история, как видится вам, она, это, ну, вот какой-то коренной перелом в войне, это вот какая-то очередная красная линия, и что вообще значит в противостоянии? Ну, я небольшой военный эксперт, я не очень понимаю, в чем роль танков в современной войне. И насколько я читал еще до войны какие-то исследования, что в принципе в больших современных войнах считается, что танки это уходящая натура, и они как бы танки очень хороши в странах с большой, с другой демографией, чем в Украине или даже в России, да, что, потому что на самом деле танк это очень хорошая мишень для специальных вот, джавелинов и прочих, и их довольно просто уничтожать вместе с экипажами, то есть погибает техника, погибают обученные люди, и в принципе это такая довольно затратная вещь. Это во время Второй мировой войны можно было посадить там тысячи людей, быстро обучив танки, а такие танки, как тот же «Леопард» или «Абрамс», сколько я понимаю, требуют еще и подготовки экипажа, потому что так просто сесть и поехать не получится. В этом, кстати, и была, я так понимаю, сила советских танков, что они были настолько примитивные и простые, что научиться управлять им было несложно. Да? То есть можно было взять любого колхозника и научить его управлять Т-34 и поехать, потому что там никаких сложных не было компонентов. Я думаю, что в смысле изменения позиции это, конечно, перелом, потому что мы помним, что шла довольно долгая игра и возня между союзниками на тему поставки танков. Я думаю, что там на самом деле не последнюю роль играли и коммерческие интересы. Это такая, может быть, не очень популярная тема, но тем не менее именно Германия снабжала своими танками армии Западной Европы. То есть это ее часть экспорта, и, очевидно, они сопротивлялись идее, что давайте вы свои танки все, давайте все танки из Европы, «Леопарды» пошлем, значит, в Украину, а американцы всем дадут «Абрамс». Из чего, значит, немецкие промышленники делали вывод, что, значит, у всех на вооружении будут «Абрамсы», а мы как бы останемся без рынка, да, причем на очень долгий срок, потому что все скажут спасибо, но нам больше «Леопарды» не нужны, теперь «Абрамсы», да. И я думаю, что они из-за этого в том числе довольно долго торговались, потому что это большая область экономики. Очевидно, был достигнут, как я понимаю, компромисс с американцами, чтобы Германия сохранила свой вот этот танковый рынок в Европе и осталась, так сказать, вот поставщиком оружия. Кроме того, все-таки европейцы, прежде всего немцы, ждали, чтобы американцы первые поучаствовали в этом процессе, потому что активное, так сказать, подталкивание Германии к поставке танков, немцы просто говорили, давайте крикнем «караул» вместе, да, как в известном произведении, что давайте вместе крикнем «караул». Пока вот мы ждем, пока, кстати, американцы тоже крикнут «караул» и начнут поставлять танки. Насколько это изменит ситуацию, я, конечно, как обычный скептик, в том смысле, что никакое вундерваффе я не верю, что вот может быть случиться какое-то одно событие, какой-то чудо-меч появится, и он прямо исход войны изменит, да? Потому что можно вспомнить, какие были огромные надежды и на «Байрактары», и на «Джавелины», и на даже «Хаймарсы», которые действительно много изменили, действительно позволили многого достичь. Но прямо сказать, что они полностью прям изменили ход войны, и все, там, российская армия покатилась к границам, как бы этого нет. Я думаю, что и с танками примерно такая же история. То есть что-то они изменят. То есть в каких-то наступательных операциях они могут очень сильно пригодиться. Танк – это все-таки наступательное вооружение. Я так понимаю, что это тоже была проблема поставки танков, потому что если это наступательное вооружение, на нем же можно куда-нибудь наступать. А наступать куда? Сначала на оккупированные территории, а потом и в Россию. Не очень, так сказать, идея, что немецкие танки там поедут по Белгородчине, она как бы там, конечно, в Германии вызывает вполне понятный ужас. Ну так Зеленский, да, говорит, что не поедет по Белгородчине. Ну, Зеленский говорит, но надо понимать все равно, что есть, так сказать, некоторые и
даже не то, что недоверие к Зеленскому, просто война есть война. Это такая вещь, что сегодня вот так, а завтра ситуация изменилась, и что, прям доехали до границы и остановились, или не знаю, как там. А что, а если там дальше стреляют? Ну, то есть это такая война, ведь непредсказуема. Если у одной армии есть некие средства, то она их будет применять везде, где посчитает нужным. Особенно в боевой обстановке, никто же не будет там звонить в Берлин и говорить: слушайте, вот нам прямо сейчас тут нужно на 20 метров заехать на территорию России, значит, на танки, можно, нельзя, там разрешает, не разрешает. Никто этого спрашивать не будет. Ну, то есть это все надо понимать, что это все беспокоит, очевидно, немцев, потому что все-таки в Германии демократия. Если кто не в курсе, так за Германией правит парламент, а не канцлер Шольц. То есть вот это вот собрание людей в Бундестаге, значит, оно и есть власть Германии, а там очень разные люди, в том числе с очень разными взглядами, в том числе и странноватыми, да, которые в решающий момент всегда могут выйти на трибуну, начать громко, значит, кричать: как же так, что же произошло. Поэтому и Шольцу приходится оглядываться, как я уже говорил, и на немецких торговцев танками, которые говорят: все это очень хорошо и прекрасно, но давайте как-нибудь сделаем так, чтобы мы и остались на рынке, и в будущем на рынке торговли танками. Да? Плюс есть вот эти вот все борцы за мир, активисты всяких разных правозащитных и зеленых, и экологических, и социал-демократических организаций, которые традиционно вообще против войны любой. Для них это все, конечно, ужасное событие, которое они с большим трудом вообще могут осознать. Ну и, в общем, есть еще и, откровенно говоря, пророссийская, так сказать, фракция, которая там сидит, аж две. Это АФД и частично левые, которые, ну, в общем, вот являются так или иначе пророссийскими, но тем не менее они лишены прав, они имеют полное право там и заседать, и выступать, и все это приходится учитывать. Поэтому танки, конечно, будут поставлены, но мы видим, что речь пока, я так понимаю, идет в районе 100 танков. Ну, 100-200, ну, вот в таких пределах, да. Это для нынешней войны, где, к счастью, не миллионная армия воюет, как во Вторую мировую, это, конечно, очень много, потому что во Второй мировой там, так сказать, сотнями и тысячами танки куда-то ехали. Но здесь, конечно, в каких-то локальных сражениях, в каких-то локальных фронтах это может быть решающей силой, это может быть тот самый какой-то кулак, который где-то что-то может прорвать. Вы знаете, Федор, ваш скептицизм по этому поводу, наверное, часть там моей аудитории, подписчиков разделяет, потому что множество комментариев было вполне, ну, вполне себе здравых о том, что на начало войны было в Украине 2000 танков, да, осталось сейчас по разным оценкам там 500-600, но речь идет о других модификациях. То есть все равно разница есть. Но этот скептицизм, он как бы толкает на определенный следующий виток противостояния. Мы слышим заявление Лаврова о том, что это почти большая война с НАТО. Мы слышим разные другие заявления. В общем, как Кремль реагирует? Здесь вот даже там на Пятом канале, по-моему, выступал один из политиков российских и говорил, что, собственно, танки «Абрамс» – вещь хорошая, но при попадании в броню, которая из урана, образуется радиоактивная пыль, и там вот на полном серьезе обсуждают те иски, которые после войны в Ираке как бы подавали на американская Минобороны, на Пентагон, люди, пострадавшие от этой радиоактивной пыли. Как вообще воспринимается в России вот этот какой-то новый этап? Ну, я думаю, что с точки зрения, не стоит обсуждать, что там говорится на каких каналах, потому что там известно, что говорится, там это пропаганда, а пропаганда, она всегда подводит людей к давно известному выводу о том, что у американцев все плохое, все плохо, украинцев все плохо и будет еще хуже, и вот, пожалуйста, новые доказательства. Зачем это обсуждать, да? Я думаю, что, конечно, я не думаю, что это вызывает какое-то ужасное смятение в Кремле, потому что они давно уже живут в логике войны с НАТО. Я думаю, они постоянно ждут, какая еще пакость откуда случится. Конечно, их это не радует, да, потому что это увеличивает элемент непредсказуемости. Неизвестно, где эти танки сыграют. Неизвестно, где эти танки будут применены и насколько успешно, потому что были во время этой войны неприятные для российской армии истории, когда украинцы вдруг наносили резкий удар там под Изюмом, да, и приходилось там бежать и все бросать. Это, конечно, производит тягостные впечатления на командование. Поэтому я думаю, что, конечно, их это не радует. И прежде всего это их не радует потому, что пала какая-то очередная цитадель сопротивления западного, то есть вот не хотели танки поставлять, теперь
решили поставлять танки. То есть, следовательно, дальше еще что-нибудь могут поставлять, чего раньше не хотели, например. Да, вот раньше что-то еще не хотели продавать, теперь будут продавать. Это для, так сказать, Кремля плохая новость, потому что они, конечно, очень тяжело, и это видно по их заявлениям, переживают вообще вмешательство НАТО. Здесь есть некоторые внутренние противоречия, то есть, с одной стороны, вы, ну, в смысле, они много лет кормили российскую публику рассказами, что НАТО буквально пичкает Украину оружием и вообще готовит Украину к войне, и вообще эта война будет не с Украиной, а с НАТО, это на самом деле старая история, но после этой истории довольно удивительно, что они каждый раз так поистерят по поводу, ой, надо же, смотрите, там поймали иностранного какого-то человека. Ну, что же удивляется, вы же сами уже столько лет рассказываете, что НАТО воюет. Ну, вот НАТО воюет, а что странного, как бы, ну, в этой же логике, да? НАТО воюет, вот танки прислали, что же странного, а вы чего ждали? Что НАТО поддерживает Украину, а танки не пришлет? Ну, так по вашей же логике, конечно, пришлет. То есть, с одной стороны, я думаю, они вполне понимают, что это могло случиться, и как-то к этому готовились, но это в любом случае неприятно. То есть, это какая-то еще новый виток обострение, то есть они, конечно, хорохорятся и говорят, что мы готовы, будем продолжать, что все равно победа будет наша, об этом, в общем, они не перестают повторять, и в это более-менее верит та часть аудитории, которая поддерживает Путина, эту войну, и сами ее участники многие, да, то есть можно, там из каких-то попадают то, что они там говорят или пишут эти персонажи. Они, в общем, в целом соглашаются, что украинцы хорошо воюют, что в целом, что украинцы даже воюют на своей земле, и уже это у многих прошла это вот последние надежды, что это какое-то там освобождение кого-то от кого-то. Все они уже поняли, что война на чужой территории, с врагом, хорошим врагом, с врагом отважным, сопротивляясь, но победа все равно будет в нашей стране, ну вот как по-другому. Да? Я думаю, что, конечно, российское вторжение это не остановить. Сама по себе угроза доставки танков ничего не меняет. Танки, конечно, будут посмотреть, во-первых, надеются они на то, что не сразу они появятся, танки появятся через несколько недель, или, может быть, даже месяцев после обучения персонала, их доставки и так далее. И это как раз создает то окно, в котором и попытаются действовать Путин и Герасимов, то есть попытаются, очевидно, что-то такое сделать. А поэтому я присоединюсь, пожалуй, к мнению тех аналитиков и наблюдателей, кто думает, что они в ближайшее время попытаются нанести какой-то удар, то есть до доставки в Украину этих танков и до того, как эти танки могут быть задействованы, чтобы разыграть свое все еще существующее, предположим, если оно существует, преимущество вот в этой силе, чтобы к моменту появления украинцев этих танков они, ну, были на других каких-то менее, может быть, выгодных позициях. То есть попытаться эту фору закрепить. Вот я думаю, что стоит ожидать. И в этом смысле, наверное, это какой-то пролог к интенсификации боевых действий на фронтах вот в ближайшие месяцы, в январе, сколько осталось тут января, в феврале, очевидно. Да? Что тянуть, пока будут доставлены новые танки, конечно, довольно странное занятие для военных. То есть дождаться, чтобы новая техника прибыла и была использована против, это, конечно, странно. То есть вот резюме такое, что, очевидно, это подводит нас к идее, что нас ждет какой-то большая наступательная операция или ее попытка, во всяком случае. Федор, скажите, на ваш взгляд, то, что сейчас происходит вокруг Эстонии, вот с этим понижением дипломатического статуса стран друг для друга, с там, Финским проливом, с, собственно, вот этой, как бы, поднятием этого градуса, вполне вероятно, что Путин двинется рубить окно в Европу, или это вот такая фоновая вещь, и пока там что-то не завершится в Украине, то действий по Прибалтике, ну, предпринимать вообще безрассудно? Ну, я знаю, что и Латвия тоже понизила уровень отношений, но это в любом случае, как и вся современная публичная дипломатия, это, как говорится, такой театр маргинального жеста, да, то есть что-то вот такое дипломаты друг другу говорят, делают, ну, ведь мы же понимаем, что от посольства уже давно ничего не зависит, а министр странных дел давно уже люди, которые просто являются разновидностью пресс-секретарей, каких-то высокопоставленных, которые ездят и говорят речи, да, то есть я не думаю, что от понижения уровня отношений с Эстонией и Латвией кому-то там стало горячо или холодно, да, учитывая и без того весьма, так сказать, невысокий уровень отношений. Это просто попытка, я думаю, с одной стороны, правительства этих стран еще раз найти какой-то способ и что-то сделать против России в ситуации, когда ничего нельзя сделать. Ну, что можно сделать? Ну, давайте понизим уровень отношений.
Я, конечно, абсолютно не верю в прямую атаку Путина на страны НАТО, потому что и так ситуация тяжелая на фронтах, хотя война идет все еще не с НАТО, а с Украиной, и понятно, что армии НАТО вооружены. Ну какие армии НАТО? Армия США. Совершенно очевидно, что попытка атаковать страны НАТО напрямую – это включение в войну США с армией США, которую не надо поставлять танки «Абрамс», которую ничего не надо поставлять, потому что у них все это есть. Есть самое современное, самое лучшее и так далее. Поэтому втягивать напрямую в войну, так сказать, Соединенные Штаты Америки в ситуации, когда еще не видно конца войне с Украиной – это, конечно, безумие. Я думаю, что в каких-то, может быть, горячих головах, может быть, даже и некоторых военных лидеров или политических лидеров стран Балтии существует такая идея, что давайте спровоцируем каким-нибудь образом Путина на какие-нибудь глупости, а потом, значит, Америка наконец вступит в войну и настучит ему по башке. Но я думаю, что это безрассудные какие-то люди и, скорее всего, просто какие-то маргиналы. Потому что я вот сейчас нахожусь как раз в Таллине, не сомневаюсь, чтобы жителям Таллина или жителям Вильнюса, где я постоянно живу, жителям Риги, эти все столицы находятся очень близко, на самом деле, в зоне досягаемости чего угодно. Угроза не в том, что российские войска вторгнутся в Эстонию, в Латвию или в Литву, и пешком пехота пойдет на штурм. Угроза России, она теперь понятно какая, что это будут ракетные ужасные обстрелы, всего до чего можно дотянуться, а я не думаю, что это кому-то надо. Поэтому, скорее всего, это какая-то абсолютно маргинальная стратегия, несуществующая, и не будет Россия нападать на страны Балтии и вообще на какие-либо еще страны, включая, там, наверное, и Грузию, и тем более там какие-то страны Центральной Азии, потому что все это требует колоссального отвлечения средств, техники, людей с основного фронта. Основной фронт находится в Украине, там хвастаться нечем. Да, Федор, понятно. Я всех призываю сейчас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать, что вы думаете. Также призываю подписаться на канал Федора Крашенинникова, он будет отмечен как пользователь YouTube. А у меня финальный вопрос, и он про Семена Слепакова, который написал песню про укранацистов и айтишников. В общем, колыбельная. В конце песни выясняется, что это сама Россия поет эту колыбельную и говорит, что ну плохая может быть ее мать, зато великая страна. Как вам видится вот дальнейшее вот будущее Российской Федерации, вот этого общества, вот этого общественного мнения? Изменится ли война и, собственно, отношение к этой войне со стороны вот переживающего все новое и новое, да, витки эскалации вот именно в России? Ну, давайте скажем так, что никакой России, конечно, как единого целого не существует. Я все время про это говорю, как не существует. Я смотрю ваш канал и знаю, что в Украине очень большая полифония, у людей разные взгляды, это нормально, так вот должно быть, это только в голове каких-то безумных людей, архаичных, существуют нации, которые как монолиты мыслят одинаково, живут одинаковыми чувствами. Да, это очень разные люди. И Россия тоже очень разная. И несомненно, что трагедия в том, что значительная часть общества охвачена этим безумием, и они верят в эту победу, они верят в эту пропаганду, они ждут победы, надеются на Путина. Их, конечно, в итоге ждет большое страшное разочарование, фрустрация, с которой им придется потом и им бороться, и другим членам нашего общества бороться с фрустрацией вот этих людей, что-то делать с ветеранами этой ужасной войны и с теми, кто будет возвращаться с фронта. Но в целом, несомненно, я думаю, что Россия ждет большая работа над собой, и, скорее всего, она закончится чем-нибудь хорошим, потому что не очень понятно, как жить дальше, соглашаясь с этими тезисами, лозунгами, если они приведут к поражению. Да? Потому что Путин поставил все на победу. И вся его влияние в обществе, и все его, так сказать, доминирование в обществе, вся вера в него людей, которые ему верят, все поставлено на победу. Если он не окажется победителем в этой войне, если он каким-то образом проиграет, то рухнет, конечно, вся вот эта шаткая конструкция. Потому что только победителей не судят, а побежденных всегда запинывают, больше всех запинывают те, кто больше всех в них верили. Поэтому в этом смысле я всегда приветствую людей, которые разочаровались в Путине, как, кстати, Семен Слепаков, который довольно долго занимал, прямо сказать, довольно такую умеренно провластную позицию. У него были контракты с властью, о чем писали, так сказать, другие люди. Но вот мы видим, что теперь, так сказать, жизнь его вытолкала из России, вот теперь он живет в Израиле и, в общем, уже не стесняется в выражениях.
И это хорошо. Я не из тех людей, которые говорят, фу, вот надо было раньше, надо было давно. Ну, хорошо, что хоть сейчас. Хорошо, что хоть сейчас. И я лично буду приветствовать любого, кто даже после поражения скажет, ну, теперь я разочаровался в Путине, какая же он скотина. Я ему подам руку, пожму и скажу, очень хорошо, что ты хотя бы сейчас понял, какая он скотина. И вот надо было раньше, конечно, ну, хорошо, хоть сейчас. Да? И я Погодите, думаю, что а это если это будет ну, какой-нибудь условный Володин, Рогозин, Медведев и другие товарищи? Ну нет, я не говорю про людей, которые и сейчас имеют всю информацию. Я говорю про каких-то обывателей, которых пичкают пропаганда, и они вот верят, и они думают, что что государством правят какие-то умные люди, которым виднее. А эти люди, они, несомненно, сейчас понимают, что происходит, какие преступления они совершают и так далее. Этих людей, безусловно, надо, так сказать, судить и как военных преступников. Я в данном случае исключительно говорю про каких-то обывателей, которые не могут иметь той информации, которую, несомненно, имеет элита общества, не имеют, может быть, образования достаточного и так далее. Я думаю, что так как и путь Германии к выздоровлению пролегал через поражение и через переживание этого поражения, конечно, кто-то никогда с этим не смирился, кто-то спустя много лет там находил оправдание Гитлеру, к сожалению, это и сейчас в Германии есть какое-то микроскопическое количество неонацистов, которые все равно считают, что он был прав. И в России такие, конечно, будут, к сожалению, как есть там сталинисты какие-то и прочее. Но в целом, я думаю, что после крушения, так сказать, путинского режима, после того, как эта война приведет Россию к тому, к чему она ее и не может не привести, а именно к поражению, потому что достичь вот этих вот результатов в виде там захвата Украины и там диктования своих условий всему миру, конечно, не получится, конечно. Весь вопрос только в том, через какое время этот крах этой войны станет очевидным, и насколько он будет показательным, насколько военная катастрофа на фронтах будет очевидным для там даже для обывателей. И после этого вот может какое-то произойти изменение сознания. Ну и, конечно, должен быть, так сказать, переворот в элитах какой-то произойти, потому что, к сожалению, голыми руками Путина не свалить, и его могут избавиться от него только какие-то люди из его окружения. Военного, скорее всего, силового, потому что у этих людей есть оружие и какой-то доступ к нему. К сожалению, повторюсь, граждан нет доступа. В общем, я думаю, что мы из этой ситуации Россия выкарабкается каким-то образом, иначе бы я давно уже перестал выступать и что-то говорить. Поэтому да, Федор, я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо большое за то, что поделились и тем, и другим. До свидания. Всего вам хорошего. Извините за такую попытку. Да, друзья, берегите себя. Всем добра и света мы желаем и увидимся в следующий раз. До скорого.